Всем здорово, а до первой лиги у меня остается ровно 4 победы, и в этом видосе я их непосредственно сделаю. Буду играть, ребятки, за снайпера, возьму себе штейр скаут, чтобы как бы было немножко потруднее, вот. Не забудьте проверить подписку на канал, также спасибо всем, кто покупает кейсы по коду SlowMountain, и также не забудьте прожать ваш царский лайк. И в первой же катке попадаюсь против скобки из 5 чуваков, у меня 5 типов и все рандомные, то есть, ну это просто, ну баланс рема, ребят, баланс рема это кайф, реально. Да, с скаутом я, конечно, очень давно не играл, будет интересно вообще посмотреть, что он покажет. Фух, слава богу, это было уже даже начало и уже плотно. Кстати, ребятки, не забывайте, что если вы хотите создать новый аккаунт сразу с топовым снаряжением, то по ссылочке в описании можете срегаться и получить себе на аккаунт пушки броню серии Синдикат. Реально броня неплохая. Иди сюда, аккуратно. Настя, лучше. Хорош, лучше. Это один же ржави. Иди, смотри, сигу я, короче. Я. Умнички, молодцы. Рукав покинули. На ящах, ребят, на ящах. Сейчас на один. Давайте на один ем. Прям один. Прям уходи. Ставь бомбу под второй этаж. Тихо. Установлена. Хорош, молодцы. Горка. Нормально. Первая катка и уже победа. И причем реально хорошая катка. Тиммейты просто солнышки, зайки. Просто офигенные типы. Погнали дальше. Попалась дэшка. Карта не снайперская, но у меня в руках штейр скаут. А штейр скаут что? Правильно. Это имба. Поэтому будет все нормально, я надеюсь. Нет. Ай-яй-яй. Блин, жалко. Плент. Хорош, лучше. Хорош. Бомба взята. Осторожно, граната. Ух! Но ноль шансов против Авика у него. Вторая победа. Кайфарики. 11-6, ребят, сыграл. Ну, тут, на самом деле, легкая катка. У меня чел бустил. Правда, мне сказали, что он, этот Русланище, всю игру доказывал, что он убасос с одна с ВХ. Возможно, он с ВХ, но сыграли вроде более-менее все нормально. Короче, легкая катка. Погнали, next. Опять попадаюсь против скобки из 5 чуваков, практически с одного клана. Карта Блиц. Прекрасно, вилла, кайфарики, уии! Чё, попотеем? Гараж Америк один. Один в гараже Америк, слышишь? Пойдем, слезем. Пойдем выбивать гараж. Я подслышу. А сзади с спины нашей пришел. А забей, вообще, они со 5 сторон разные. Будьте мангал радовить. Он справа стоит. Мира, чувак, пробуй. Хорош, лоу, успели. Чего? Просто такой раунд рандомный. Чисто в смок убил его. Граната пошла. Убил воду, ребят. Погнали, могла, ребят, заходить. Они воду не отрезают уже. Двое, ребят, у меня. Двое на мангале. Ребят, идите в плент. В пленте, ребят. Арка, один чел. Все, идите в мир, инженер. Они в гараже же зажаты. Все лучше. Хорош. Видели, сейчас я чела на воде убил, он типа раунд назад ходил в спину, я запомнил это и прочитал, что он сходит в спину в этот раз. Я гений. Многие мне пишут, типа, Антон, ну блин, если бы я так стрелял, я бы тоже выиграл. Блин, ребят, можно и мозгом обыгрывать, спокойно причем. Второй этаж убил. Не пуш.
На. Ой, пой. Кладь жесткий базар нет. Да блин, меня взорвали. Вроде два минуса дал, грубо говоря. Ну блин, меня чисто взорвали. Катка какая-то очень потная, офигеть. Центр дофига. Мангал, мангал, ребят, занять, занять мангал, надо, мангал надо занять, ничего будет мангал идти. Мичка, нафиг. Я там пичкой. Хорош, лучшие, лучшие, хорош, медики. Короче, смотрите, ребят, какая острота. Медик, иди со мной наверх, остальные право просто. Все. Идите право. Центр, не взрывай! Не взрывай, центр, штурмовик! Не взрывай! Ой, я тупорылый. Но, не, ну скаут это просто имба, вот реально, у меня один раз только не шотнуло. Все остальное время тупо ваншот стабильный, че за бред. Да и пофигу, зайдем нормально. У меня авик, авик, авик. О, найс, ребятки. Слушайте, ну скобку клана закрыли, вообще нормально, пойдет, как говорится, пойдет. Ну и остается финальная, последняя победа. Я надеюсь все-таки, что я ее сделаю прямо сейчас, поэтому все, запускаемся, ребята. Попался опять блиц, в принципе, нормально. А, разменяйте. Найс, хорошо, резать, резать сразу. О, найс. Вот, ребят, минус HTR скаута. У меня есть Таурус, а Таурус не прощает. Пойдет, плюс раунд. А я пока скушаю огурчик. Это жестко, жестко, жестко. Ну блин! Двоих сразу, конечно, скаут не в состоянии сделать, слишком уж он, у него нет урона и дальность маленькая, поэтому тяжело совсем. Что это такое? Что это? Вы это видели? Ребята, первая лига, это была самая потная первая лига. Я, кстати, вот буквально я потратил на запись ролика минут, наверное, 40, даже, может, меньше. Короче, это очень легко в этот раз япнул первую лигу. Иху, первая лига, ура, ура! Мне дали, получается, хову на 3 дня. Спасибо огромное. В общем, как-то так я сделал 4 победы на непосредственно второй лиге. То есть я отмыл первую лигу. Было в этот раз очень просто. Если вам такой формат нравится, ребятки, подписочка, лайкосики. Обязательно пишите комментарий. Все комментарии я читаю. Если я прочитал ваш комментарий, его отмечаю обязательно сердечком. Ну а всем спасибо за просмотр и всем пока.